Я здесь. Ты цел? Я же сказал, да. В норме. Отлично, тогда вставайте. Я хочу понять, где мы. Кажется, как раз в том отеле, куда направлялись. И как нам выбираться? Например, через дверь. Черт, заперто. Мы в ловушке. Да уж, попали. Есть контакт! Приказы! Они еще живы! А ну дуйте сюда! Вот они! Внимание! Переменить позицию! Выход. Может, нам стоит еще раз поговорить с этими парнями? Мы же их спасать пришли. Не, это уже в прошлом. Эти ребята хотят не болтовни, а крови. Лога прав. Нам нужно выбраться и найти 33-й, пока их не порвали в клочья. Значит, стреляем, потом говорим. Ясно. Найдем Конрада, он все объяснит. Слышали? Кто-то идет. Взрывчатка? Вы чем думаете? Они окопались. Делать было нечего. Вас могло засыпать, гидрени Феня. Где солдат? Тот, который с самолета. Внизу, сэр. Его охраняют? Постоянно. Так, пойду поздороваюсь. Агент Каставин, стойте. Что? Он же молчит, сэр. У меня заговори. Уокер, это американец. Я заметил. С какой стати местные его слушают? И почему он враг проклятых? Не знаю. Черт. Сам и спросишь. Они еще живы. Разберитесь с ними. Противника! Уже иду!
Пошли, зарядка! Прикрой! Нам нужно выбираться! Используйте пулю как прикрытие! Уже в пути! Слишком сильный ветер! Вернулся в укрытие! Даже оттого нет! На лестнице! Видите? Черт, уберите их! Я вижу еще один вход! Хорошо, веди нас! Уокер, и куда нам теперь? Луга, попытайся вытащить нас отсюда! Теперь месяц песком плеваться. Не расслабляйтесь.